Всем привет! Сегодня готовлю персиковый джем. Здесь у меня кило 700, кило 800 персиков промытых. Очищаем от кожицы. Кожу не выбрасываем. Получается из них очень вкусный компот. Я делала, можете посмотреть у меня на канале персиковое варенье. Я там показывала, как делаю из них компот. Дальше нарезаем в произвольном порядке. Мы будем пропускать через мясорубку. Почему через мясорубку? Через мясорубку получается мелкими кусочками. Подходит для рулетов, для булочек хорошо. Если хотите пюреобразное, тогда надо будет отварить сначала, потом через блендер пропустить. Взвешиваем. Здесь у меня получилось ровно 1,3 кг чистого веса. И столько вот осталось кожуры. Значит, дальше пропускаем через мясорубку. Получаются такие мелкие кусочки, которые смотрятся очень красиво в джеме. Добавляю туда приблизительно 2 столовые ложки лимонного сока. Делаю это в начале для того, чтобы персики не потемнели, чтобы оставался этот красивый желтый цвет. На это количество персиков я возьму ровно половину сахара. То есть у меня 1,3 кг, я возьму 650 грамм. Хорошенько все перемешиваем и оставляем хотя бы на час. Если есть время, можно на 2-3 оставить, чтобы персики дали сок свой и не подгорели, как бы сахар не подгорел при варке. Обязательно стучи по кастрюле 200 раз. Шутка. И закрываем крышку. Поставила я на плиту на максимальный огонь. При этом постоянно помешиваю. И одновременно поставила банки стерилизоваться. Как только закипело, уменьшаю огонь до среднего. И дальше буду варить на среднем все время. Не на маленьком. Вот, правда, брызгается, надо поэтому брать посуду поглубже, чтобы как бы, ну, не обжечься. Дальше убираем пену. Убрали пену, дальше продолжаем мешать более интенсивно, потому что уже жидкость немножко выпарилась, уже пристает ко дну, уже более масса такая густая. Если перемешивать быстрее, оно и не брызгается. Видны наши кусочки такие мелкие, красивые. Вот уже видно, что оно загустевшее. Ну, еще чуть-чуть. Тут очень важно еще не переварить, потому что оно при остывании еще желируется сильно. Получится слишком густое. Вот. И чтобы лишней жидкости не оставалось. От жидкости тоже портится, не останется до зимы. Поэтому консистенцию проверяем, ну, можно на глаз, вот видно же уже, что жидкости нет. Можно на тарелке, как варенье я показывала, ложку на тарелку кладем, даем чуть-чуть остыть и проводим ложкой. Если линии не сходятся, значит готово. Дальше все собираем в стерилизованные баночки горячие, в горячем виде все делаем. Так крышки лучше схватываются. Варила я приблизительно, после того, как закипела, приблизительно 25 минут. То есть мне этого хватило. Вы смотрите по вашей посуде, по вашей плите.
Закрываем крышками горячими плотно. Вот, закрываем плотно крышку. Переворачиваем, даем остыть. Можно заметить даже в баночках, какой красивый цвет мы сохранили. За счет лимона в начале и за счет быстрой варки. Обычно джем варят около часа на медленном огне. Получается цвет совсем другой. Вот, если вам нравится, готовьте вместе со мной. Вот у нас. Оставила специально для вас показать, какой красивый цвет и консистенция. Посмотрите. Подходит для булочек, для завтрака. Очень вкусно. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь. Пока-пока.